Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о полумиллионных долгах перед коммунальными службами и налоговой. Ранее появилась информация о долгах Волочковой. Якобы судебные приставы разыскивают балерину, а члены ТСЖ и подали на нее в суд. Речь идет о долгах в размере 30 тысяч рублей за коммунальные услуги. Как уточнялось, Красногорский городской суд намерен потребовать с примы 654 тысячи рублей. Исполнительный лист уже находится у приставов. Очередные слухи, я не хочу бред какой-то комментировать. Поймите, пожалуйста, прокомментировала Волочкова. Между тем, адвокат артистки Олег Павлицов уже заявил, что слухи о долгах – это техническая ошибка, которая возникла в результате постоянной смены исполнителей в налоговой. По его словам, как только стало известно об этой ошибке, он отправился в судебный участок.